Из новой превратилась в старую. Жительница Саратова в одном из магазинов бытовой техники приобрела мультиварку, как позже выяснилось, с браком. В магазине обменять товар с дефектом на новый отказались и отправили его в сервисный центр. Правда, после ремонта мультиварка совсем потеряла товарный вид. Смотрите очередной сюжет рубрики «Контроль качества». Вот варю мясо. Но мясо в кастрюле жестковатое. Тамаре Поповой поставили диагноз сахарный диабет и прописали строгую диету. В рационе в основном мясо, тушеное и вареное. Чтобы хоть как-то облегчить процесс приготовления, женщина купила мультиварку. Только пользовалась ей недолго. Первое пятно на обратной стороне чаши Тамара Ивановна заметила еще при покупке. Но, как говорится, хороший продавец плохого не посоветует. Поэтому особого внимания этому дефекту не придала. Серьезную тревогу пенсионерка забила позже, когда все дно покрылось пятнами. Только раза три, наверное, сготовила. Может быть, четыре, не больше. И смотрю, пятнышко-то увеличивается. И главное, знаете, что мне характерно? То, что стали появляться еще на этой же полосе, стали появляться, там, видите, шероховатости. Мелкие, как точки. В магазине «Реванш», в котором пенсионерка совершала покупку, менять бракованный товар отказались и предложили женщине сдать его в сервисный центр на проверку качества. Мультиварку вот давайте, вот эту, этого ставить скопию. Экспертиза для Тамары Ивановны обернулась действительно настоящей проверкой. Только не качество, а нервов. Она как зеркало у меня было. Свою новую мультиварку женщина теперь не может узнать. Вооружившись лупой, они с подругой в буквальном смысле, не отходя от кассы, пытаются сосчитать многочисленные повреждения. Пятна хоть и пытались затереть, но они на дне чаши по-прежнему видны. Теперь к ним добавилась еще и крышка. Вмятины и потертости на поверхности новой мультиварки такие, как будто бы ей пользовались несколько десятков лет. Видимо, хотели те пятна хотели затереть. А мелкий также, как если это фабричный брак, его ничем уже не сделаешь. Так он оставили. Видели на мультиварке разводы. Там они терли, а разводы также остались. И мелкие пятнышки также остались. Доведенная до отчаяния женщина забирать технику в таком виде не готова и просит руководство магазина за испорченный товар вернуть назад деньги. Но юрист как вины магазина, так и сервисного центра признавать не хочет. Уверяет, женщина виновата сама. И это их экспертиза подтвердила. Мы доказали, кажется, о том, что вины продавца-то нет. Клиентка ей пользовалась. Она ее приняла, осмотрела при покупке. Правильно? Правильно. Что она с ней делала, мы не знаем. Она абсолютно работоспособна, эта мультиварка, абсолютно. Просто она ей не нравится, она не хочет ее иметь у себя дома. Все. Доказать правоту пенсионерки в этом случае не так сложно. У женщины есть свидетель, который видел состояние, в котором была приобретена и сдавалась на экспертизу мультиварка. Но если бы пенсионерка была юридически подкована, проблем было бы меньше. Когда потребитель подписывал квитанцию о приеме на ремонт, она не обратила внимания на то, что в описании внешнего вида продавец указал БУ потертости. Вот это вот понятие БУ, то есть бывший в эксплуатации, оно очень обширно, оно не позволяет выявить, какие повреждения на товаре были на момент сдачи и какие появились после нахождения товара, так сказать, у третьих лиц. Опускать руки Татьяна Ивановна не намерена. В случае, если магазин «Реванш» откажет пенсионерке, она обратится в суд. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.